14 июля в Уфе вечером произошло серьезное ДТП на перекрестке улиц Кувыкина и Рабкоров. Столкнулись три автомобиля – микроавтобус, «Аккорд» и «Солярис». Обстоятельства ДТП уточняются, но очевидцы случившегося уже делятся своими выводами. «Аккорд» вылетел на встречку, ударился об стену, потом об «Солярис». Скорость у «Аккорда» была больше 120 км. Водитель вылетел из окна, но остался живой, рассказал очевидец происшествия. Вокруг места аварии собралось огромное число прохожих. Многие простояли там больше часа, пока скорая помощь не увезла пострадавших. И пока полиция осматривала пострадавшие автомобили, сообщает сайт proufu.ru. Также 14 июля в Уфе на остановке Горсовет загорелся автобус с пассажирами. Нефас следовал в сторону микрорайона Черняковка и, по словам очевидцев, внезапно задымился. Пассажиры говорят, что дым повалил сзади, где находится двигатель Нефаса. Водитель с кондуктором тушили вспыхнувший автобус огнетушителем. К счастью, никто не пострадал, сообщает «Комсомольская правда».